Хотелось собраться в этом зале, чтобы рассказать о том, что город Сосновоборск участвует во всероссийском конкурсе малых городов. И у нас с вами есть возможность выиграть этот конкурс и получить в городе Сосновоборске красивый, большой, благоустроенный экопарк «Белкин дом». Это название уже прижилось, мы с вами знаем, что белка, так называемый неофициальный, ну и даже как у нас на гербе есть, официальный символ города. Поэтому сделать красивое, удобное, комфортное место для отдыха горожан, ну, это наша, так скажем, задача администрации и Сосновоборского городского совета депутатов. Действительно, этот лозунг от экопарка к экогороду, он, наверное, действительно родился вот из жизни и ведет шаг за шагом. И мы, конечно, будем поддерживать эту стратегию, тенденцию, вот этот лозунг и действовать в этом масштабе. Здорово, замечательно, что есть люди, которые пришли сегодня на этот форум на эту тему поговорить, обсудить, как это будет. Конечно, вот собирая мнение людей, разговаривая с людьми, многие пока не понимают, может быть, даже есть те, кто против, надо лес сохранить. Да, конечно, мы его сохраним, конечно, мы сделаем все красиво. Конечно, я думаю, что если эти деньги мы получим, мы сделаем так, чтобы это было здорово, комфортно. Если освещение есть, то столб освещения и линия освещения. Все. Больше ничего. Только все для безопасности со словом «Сосновоборск» для наших горожан.